Здравствуйте! Интернет-магазин «Стеклоподъем РФ» представляет электростеклоподъемник задней правой двери Kia Spectra. Электрический стеклоподъемник в сборе с моторедуктором предназначен для замены оригинального механического или электрического стеклоподъемника. Аналог российского производства. Марка Forward. Электростеклоподъемники Forward пользуются заслуженной популярностью у российских автомобилистов. Мощные, бесшумные, легкие, компактные и надежные. Стеклоподъемник устанавливается в дверь на место направляющей штатного стеклоподъемника и крепится тремя гайками. При этом не требуется сверление дополнительных отверстий и другие доработки дверей. Для крепления стеклоподъемника в дверь и каретки к обоим стекла используются крепежные детали заменяемого стеклоподъемника. Стеклоподъемник имеет реечную конструкцию. Механизм перемещения стекла заключен внутри направляющей, на которой неподвижно установлен мотор-редуктор. Стеклоподъемник не имеет троса и других составляющих, подверженных вытягиванию и перетиранию. Ресурс работы стеклоподъемника превышает требования автопроизводителей. Трение в механизме перемещения сведено к минимуму. Благодаря этому практически отсутствует износ его элементов при эксплуатации. Электростеклоподъемники Forward для Kia Spectra были разработаны в 2006 году по заказу завода Ишавто для поставки на конвейер, на котором осуществлялось производство Spectra. В период с 2006 по 2008 год они прошли испытания и получили одобрение Ишавто и Kia Motors. Однако поставка на конвейер не состоялась в связи с прекращением сборки Kia Spectra в Ижевске. Вслед за этим перестали выпускаться и стеклоподъемники Forward для Spectra. Их выпуск возобновлен в августе 2018 года после длительного перерыва по нашей настойчивой просьбе. Эти и другие стеклоподъемники вы можете купить в интернет-магазине «Стеклоподъем РФ». Заходите к нам на сайт, оформляйте покупку или звоните нам по телефону 8 800 333 1059 каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных вам покупок!